Готовлю игрушкам. Ой-ой-ой, какой кошмар! Какой кошмар! Спасите, помогите! Что случилось? Сегодня у нас вечеринка, а у меня совсем нет времени что-то приготовить. Ой. Не волнуйся, на моей кухне можно приготовить все, что угодно. В духовке можно приготовить печенье, пиццу или даже торт. А на плите можно приготовить яичницу или суп. Это все очень большое, а у нас так мало места. Сложная задача. Но я знаю, что делать. Я приготовлю канапе. А что такое канапе? Это такие маленькие бутербродики. Здорово! Но сначала я надену фартук. И колпак. Сначала я сделаю хлеб. Разделю тесто на кусочки. Хлеб мне нужно потолще. Я буду вырезать квадратики. Какую начинку ты хочешь? Сладкую или не сладкую? Я не знаю, что выберут гости. Сделаем обе. Хорошо? Я сделаю грибную начинку, ореховую, ананасовую, вишневую и клубничную. Thank you.
А теперь нам нужны зубочистки. Готово! Они такие красивые! Спасибо огромное! Пожалуйста, всегда рада помочь! Я побежала! Пока! Теперь и ты можешь приготовить такие же канапе своим игрушкам. И снова возвращайся ко мне на мою волшебную кухню. Пока!